Приветствую тебя, выживший. Я уже не раз говорил, как мне не хватает звезд состояния оружия, и нам в игру наконец-то их вернули. Да-да, те самые звезды индикатора состояния прочности оружия. Правда, вернули не разработчики, а мододел по имени Nactis Falco. Кстати, отдельный респект тебе за это. А мод называется Weapon Condition Indicator. Я до сих пор не понимаю, зачем их нужно было убирать из игры. Данный мод имеет в настройках игры отдельную вкладку, где мы можем его детально настроить на свой вкус. В меню настройки есть пункты. Показывать настройки только экипированного предмета. Звезду состояния предметов на ремне. Расположение звезды в значке экипированного предмета. Показывать полоску состояния, прозрачность и цвет полоски. Цвет зависит от состояния оружия или инструмента. Чем оно хуже, тем краснее будет индикатор полоски. А также можно показывать количество патронов. Но, как по мне, достаточно даже обычных звездочек. В общем, я думаю, ты уже сделал свой выбор. До встречи, выживший.